я, Александр Вовк, и в этом видео я покажу, как сбросить ваше навигационное устройство до стандартных настроек, в случае, если оно стало некорректно работать, с помощью специального секретного меню. Для начала подключаем наш навигатор к компьютеру с помощью кабеля mini-USB. Это нужно для того, чтобы вы смогли сохранить ваше избранное на всякий случай, если что-то пойдет не так. Запускаем утилиту Garmin Express и обязательно проверяем наличие новой версии, что очень важно. У меня стоит последняя версия. После того, как у нас все скопировалось, отключаем навигатор от компьютера и выключаем устройство. Теперь нам необходимо указательным пальцем зажать в правом нижнем углу невидимую точку и одновременно включить навигатор. Отпускаем кнопку включения и держим палец до появления специального меню. Если ничего не происходит, попробуйте на секунду убрать палец и затем заново нажать на то же место. Перед нами появилось специальное меню, и мы нажимаем кнопку «Да». После чего устройство у нас перезагрузится, и все настройки будут сброшены. После перезагрузки настраиваем навигатор по-новому. Это был сброс навигатора Garmin Nuvi 2597. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи!